Френд-бар-собака собрали сегодня самых отпетых негодяев, самых жестких рокеров. Сегодня у нас норвежцы. Это Клатч ТВ, с вами Лена. Пошли посмотрим, что там происходит. Сегодня у нас камерный Solar Metal Geek. Наконец-то он к нам пришел. К нам приехали сегодня три группы из Норвегии. И их поддерживает Костромская метал-сцена и Казань. Норвежцы в туре обратились ко мне как к организатору концертов. Типа, Паша, давай замутим концерт. Я сказал, давайте. Едем с норвежцами, вот, знаете, там товарищ стоит у нас, который с нами тоже едет. А норвежцы мои давние знакомые, я им делал концерт в Казани, и мы с ними скооперировались, решили поездить по городам, поиграть. Публика отличная, хоть и клуб маленький, но публика просто шикарная.